Всем большой привет! Сегодня покажу небольшой заказик от компании Faberlic. Быстренько расскажу. Получила два порошочка. Это у нас была акция для VIP-ов по программе Drive. Два по цене одного. Значит, получилось две штуки за 333, по-моему, рубля. Ну, чек посмотрим чуть позже. Так, если вы еще, кстати, не зарегистрированы в компании Faberlic, всегда приглашаю вас зарегистрироваться, чтобы экономить для своего семейного бюджета, для своей семьи, покупать бытовую химию, ну и вообще много чего. Со скидкой 20% и более, по распродажам до 90% скидки. У нас распродаж сейчас очень много. Ссылочку всегда оставляю в инфобоксе, либо в закрепленном сообщении. Я ненавязчивый, кстати, консультант, поэтому если вы мне не ответили один раз, я вам больше навязываться не буду. Если у вас есть какие-то будут вопросы, то, конечно же, пишите, я всегда рада вам все ответить. Порошки экологичные, они не засоряют окружающую среду, они хорошо выполаскиваются, хорошо работают, хорошо стирают. Ну, в общем, мне нравится, это универсальный у нас стиральный порошок. Не вызывает, кстати, аллергии, и можно использовать с нуля лет. Замечательно. И, кстати, они очень концентрированные. Хватает их где-то на 20 стирок, либо на 25. Вот так вот по-разному бывает. Нужно где-то столовую ложку на загрузку барабанную. У меня вот 7 килограмм машины. Я где-то столовую, полторы ложечки кладу. Но там есть мерная ложка. Вот, поэтому все дозируется нормально и расходуется, тоже экономично. Заменяет 3 килограмма обычного порошка. Почему заменяет? Потому что у нас обычные порошки содержат еще в своем составе определенный мусор, да, то есть это не чистые порошки у нас. Если они не эко, они не чистые, то есть много всяких дополнительных компонентов кладут, которые не нужны, просто чисто для объема. Итак, следующий порошок, вернее гель для стирки от компании Bio-C. Bio-C сейчас у нас висит в распродаже по очень замечательным ценам. Этот гель 1 литр 370 рублей. Крутая цена, сюда входит в состав еще и кондиционер. То есть не нужно кондиционер использовать, когда стираешь, да? Я добавляю колпачок, тоже очень экономично, бережно, приятный аромат, замечательно выполаскивается. Все круто, подходит для любых цветных тканей, не только цветных, в общем, любых. Универсальный порошок, тоже эко. Следующее, что у меня заказали, это вот такую красочку для волос 4.4, по-моему, горячий шоколад. Это подружка у меня красится, она уже брала, очень осталась довольна. Вот, заказала еще, пока она сейчас по акции идет. Цена каталога 269 рублей, но одну я взяла по купону. Следующее, что заказали, спрей для воздуха с Монардо. И не только для воздуха. Я, конечно, использую его и для воздуха, да, для распыления дома. Монардо – это вообще такое растение, которое, как сказать, оно антибактериальное, против всяких бактерий, вирусов работает. Да, вот, например, также работает, если кто-то заболел в семье, нужно чаще распылять вот этот спрей, им можно, ну, дышать им, да, вот это вот пока распыляешь, то есть это безвредно совершенно, это даже полезно, чтобы не заболеть. Плюс я еще обрабатываю резинку на барабане, да, стиральной машины, чтобы она не покрылась плесенью. Очень замечательно работает, у меня уже клиенты брали и использовали именно таким образом от плесени, говорят, классно, и заказали еще. Вот такой вот у нас. И приятный аромат Монардо мне очень нравится. Обеззараживает пространство, вообще классное. Стоит всего лишь 179 рублей по цене каталога. Попробовать взяла рефрешеры. Я еще, кстати, их не пробовала. Почему? Потому что у меня было старое средство для глажки, да. Ну, вот это вот расхвалили, что можно разглаживать занавески, например, без утюга. И не только занавески, да, там
залежалась вещь, например, либо вы в путешествие куда-то поехали, у вас в чемодане вещь, пусть глажная была, да, но она помялась как-то, вот, пожалуйста, рефрешер возьмите с собой, и он расправит все помятости. Будем, конечно, с вами тестировать и по ароматам, и как он вообще работает. Здесь у нас аромат лаванды и бергамота, и цветочный бриз. 250 миллилитров. Также у меня заказали водичку Beauty Cafe. Девушка знакомая подарила маме дезодорант Beauty Cafe, и маме понравился аромат, и вот она решила подарить ей еще водичку Beauty Cafe. Здесь у нас нотки персиков таких, да, немножко припыленных, такой аромат пудровый, очень красивый, необычный. Мне кажется, он не оставит равнодушной совершенно никого. И также он очень комплиментарный. И мужчины всегда делают комплименты, когда на вас вот такой вот парфюм. Также я по купонам заказала вот такой вот диффузор антистресс. Я его уже открыла. Это у нас Sakura Matcha Tea. Очень приятный, свежий такой, зеленый немножко, да, аромат. С нотками чая. Такой какой-то расслабляющий. Аромат уже пошел. Конечно, нужно мне его поставить в ванную комнату, чтобы у меня он почувствовался, потому что в других помещениях 100 квадратов его не слышно. Так, давайте посмотрим, что сюда у нас входит. Так, теплый, тонкий, нежный ароматы. Цветущий миндаль, вишня, утонченная сакура. Вот такой вот составчик. Что еще у меня на руке? Я открыла уже и нанесла вот такой вот крем для рук Иланг Иланг. Приятный, нежный, цветочный аромат. Именно, да, желтых цветов. Давайте его попробуем распределить. Он такой, знаете, не сильно жидкий, я бы сказала. Он средней консистенции. Какой приятный аромат одуванчиков тоже. Вот ланга, я не знаю, они как-то похожи все равно для меня эти ароматы. Приятно, люблю такие ароматы. Взяла 3 пока, по-моему, по купонам. По купону также решила взять такой бальзам, мне попался там для губ что-то, да, средство. И я взяла манго и маракуйя, потому что он приятно пахнет. Тоже он такой из эко-серии у нас, It's Clear, да. Классный бальзамчик, хорошо увлажняет, питает, аромат тоже приятный, нежный, не сногсшибательный, нет. 98% натуральных веществ. Так, классно. Также у меня под заказ вот такой вот фит-бальзам для кожи вокруг носа. Либо можно турундочки делать в нос с ним от насморка, от заложенности. Все прекрасно работает, уже проверено. Здесь как бальзам звездочка, но, конечно, не такой термоядерный. Поэтому он еще и увлажняет. Вот когда трешь нос, да, кожа становится красной, шелушащейся, он работает вот с этим, справляется отлично. Вот такую тушь решила взять. Это буду сегодня пробовать, тестировать. Посмотрю, как работает, потому что туши от Faberlic мало какие мне подходят. Силиконовая щеточка. Ну, в общем, вот такая. Будем пробовать. Коралловый кальций по купончику взяла, решил. Давно не брала. Водичку будем, как сказать, витаминизировать, да. Говорят, очень полезно, но пусть будет. Также по акции набрала кетчуп шашлычный. 10 штук, девочки, по 37 рублей распродают. Срок годности, кстати, у него 9 месяцев, а не 6, как написано на пачке. Вот здесь вот у нас наклеечку даже сделали. 9 месяцев. Ну, то есть он где-то до мая и даже больше. Что с ним будет? Все равно там есть консерванты, есть все равно. Ну, то есть хранится кетчуп нормально, ничего с ним не будет. Поэтому набрала. Ну, буду даже, вот, например, мариновать мясо в нем. Уйдет. Уйдет, и кетчуп классный. Я своего наварила сладкого. Ну, у меня сладкий, а шашлычный. Скоро у нас майские праздники, и у мужа будет юбилей. Я думаю, что уйдет вообще
просто на ура. Все гости, которые вот у нас были, пробовали этот кетчуп, всем нравился, замечательный. Ну, вот такой у меня заказик был, обзорчик, и вот чек, пожалуйста. Последняя колонка, окончательная цена, диффузор, 311, крем для рук, 222 за 3, коралловый кальций, 163, что-то как-то не очень дешево, ну ладно. Вот кетчуп по 37 рублей, фитобальзам 89, а стиральный порошок 334 рубля, спрей Монардо 119, рефрешер 133. Так, 592 вода, бальзам для губ 130, концентрированное средство Биоси 370, краска 199 и 167, оплата доставки. Всем пока-пока. Пишите, комментируйте, обязательно регистрируйтесь. Ну что, девочки, давайте тестировать с вами тушь в розовом колпачке. Это новинка от компании Faberlic, артикул 55378. А, как я поняла, силиконовая щеточка. Щетинки одинаковые. Так, ну давайте. Как-то будем наносить. Делаю все при вас. Потому что, ну, чтобы видно было, как, да, наносится. Вообще у меня к тушам Faberlic неоднозначное отношение. Я им просто не пользуюсь. Почему? Ну, у меня были, конечно же, я пробовала всякие разные. Ну вот, не лежит у меня к ним душа. Ничего так. То есть она прям хорошо мои маленькие реснички прокрашивает. И удлиняет, и объем делает. Да. А пока я довольна. Вот. Я еще. Вот она, конечно, знаете, что делает? Она пачкает немножко мое верхнее веко. Но это совершенно, наверное, не страшно. Можно взять ватную палочку потом и все скорректировать. Ну, конечно, все равно мне это не очень приятно, но... Так, один маленький минусик пока. Возможно, просто я тороплюсь. Кто его знает, хочу попробовать наслоить. То есть получилось вот так. У меня свет просто отключили, я не знаю, как показать. Сейчас выйду на свет и покажу вам один глаз и второй. Я хочу попробовать наслоить и нижний покрасить. С нижними ресницами у меня вообще... Я не могу их красить той же щеткой, например, что и верхней, потому что они у меня, ну, коротенькие, все время я задеваю в глаз. Вот. И у меня есть... Другая тушь специально для нижних ресниц, причем она коричневого оттенка, она очень тонкая, другого бренда. И вот она, я ей прокрашиваю. Хорошо наслаивается, кстати. Да, ничего, так тушь на первый взгляд. Мне еще, конечно, что в тушах не очень нравится, что они быстро как-то... И засыхают, и... Ну, то есть через месяц все их можно, например, там выкидывать максимум, да, через 2-3. Вот, а когда я покупаю, например, тушь... Объем классный, девчонки. Объем просто, вот смотрите. Хлопай ресницами и взлетай. Что мой один глаз, что второй. Сейчас мы с вами на свет выйдем. Так, ну, вроде бы накрасила. Без косяков. Так, второй глаз красить пока не буду. Я хочу, чтобы посмотрели разницу. Thank you.